рады приветствовать вас в программе Impact Outreach. Сегодня у нас особое время, особая тема и особые люди, которые, как всегда, несут благословение в своей жизни. Павел Чернецкий и Юлия Чернецкая, которые недавно возвратились с Ближнего Востока, а конкретно с Турции. Павел, приветствую вас. Спасибо, Александр. Спасибо, дорогие телезрители. Я сегодня с моей драгоценной, любимой женой. Это впервые мы в программе Impact Outreach. Мы очень рады сегодня свидетельствовать и говорить, что происходит на Ближнем Востоке. Последние новости в очередной рубрике программ Outreach. Здорово, здорово. Друзья, вы, как всегда, свидетели этой программы. Как всегда, мы несем свежее, всегда здесь интересное, всегда то, что происходит на миссионерских полях. Я, Павел, хотел задать такой вопрос первый. То, что мы сегодня лицезрим на экранах телевизоров, в частности, читаем в интернете, в газетах, что вы и мы стоим свидетелями того, что происходит на Ближнем Востоке, в частности, в мусульманских странах, что там на самом деле режут, убивают, стреляют, издеваются над христианами, насилуют. Если мы посмотрим на американские СМИ, в частности, это американские телеканалы, которые вещаются в Америке, или даже интернет, то есть мы видим совершенно противоположную картину того, что мы видели, когда находимся на Ближнем Востоке. То есть, в частности, мы говорим о том, что существуют на Ближнем Востоке горячие точки. И мы все знаем, это Сирия сегодня, как на пороховой бочке. То есть распространение исламского экстремизма. Афганистан, где Талибан правит. Но это отдельные всего лишь точки, когда американские СМИ или другие СМИ, они вырывают эти горячие точки и показывают это как Ближний Восток в целом, то я являюсь свидетелем, и моя жена является свидетелем, что это неправильная картина и реальность на самом деле того, что происходит на Ближнем Востоке. Во-первых, не весь Ближний Восток, он находится в огне сегодня, в террористах. Не все, не весь Ближний Восток. В частности, мы говорим о таких странах сегодня, где мы по Божьей благодати служили и будем продолжать служить. Это Турция, это север, это турецкий Кипр. Это страны, где не наблюдается ни терактов в течение года. Бог дал нам возможность вместе служить. И мы не наблюдали ни одного теракта, мы не видели ни одного террориста. И поэтому вот такая реальность, что происходит на Ближнем Востоке. В частности, мы говорим о Турции и о северном Кипре, которая находится под турецкой оккупацией. Это благоприятные страны. И другие страны, еще хочу подчеркнуть, такие как Иордания, такие как даже Египет. Потому что мы встречались, и у нас есть хорошие контакты, прекрасные знакомства с миссионерами, которые трудятся в этих регионах. И они говорят, где сегодня люди, почему не приезжают, потому что мусульмане открыты для Евангелия. Совершенно верно. Когда мы говорим о Ближнем Востоке, как уже Павел отметил, что мы не говорим, что мы идем или мы призываем кого-то идти к этим радикальным исламистам, к террористам, к убийцам и нести им весть Евангелия. Мы говорим о тех людях, о тех мусульманах, которые, они такие же люди, как мы и вы, у которых есть семьи, дома, или это беженцы. Но эти люди одинокие, опустошенные, брошенные, разочарованные в этой религии, в которой они выросли, взросли, с молоком матери, да, это мы говорим о мусульманстве. И у нас очень много друзей на Кипре, в Турции, друзей из Узбекистана, из Курдистана, из Ирана. И удивительно, но все, каждый из них, когда мы имеем с ними общение, это уже люди, которые они покаялись, они приняли Христа в свою жизнь, они живут праведной жизнью, и все они говорят одно и то же, что приходит разочарование, приходит осознание того, что они живут во лжи, что эта мусульманская религия — это ложь, она не имеет ничего общего с истиной, с той правдой, которой каждый человек, он ищет в своей жизни, и эту истину может дать только Господь. Невероятно, потому что мы этого, конечно, не видим на экранах телевизоров,
наших. Мы не читаем об этом в средствах массовой информации, в интернете, в газетах. Когда вот люди каются, когда вот о таких вы случаях рассказываете, что, естественно, вы там общались, вы там этих людей конкретно видели. Невероятно, но это добрая весть. Это на самом деле радует, что так Господь сегодня работает в мусульманских странах, конкретно в той части, где вы служили. Вот. И это на самом деле потрясающе. Вот. Неужели вы, которые видели эту всю реальность, верите в то, что когда-то может быть массовое обращение мусульман к Господу? Очень хороший вопрос. Если смотреть, смотря с какой стороны смотреть, если мы будем смотреть на реальную картину и опять отталкиваться от информации, которую мы получаем в средствах массовой информации, конечно, тяжело поверить, что мусульмане принимают Иисуса Христа в свою жизнь. На самом деле мы являемся свидетелями того, что мусульмане обращаются к Богу. И какие примеры у нас есть? У нас есть масса примеров, как их сердца открываются для Иисуса Христа. Вот я думаю, что очень быстренько можем даже взять один фрагмент из нашей жизни, привести женщину, которая приехала на Кипр, и она мусульманка из мусульманской страны, но она приехала, встретилась с Иисусом Христом. Она пережила, когда мы служили, в церкви люди служили, мы служили. Она пережила освобождение. Она, во-первых, приняла Иисуса Христа, пережила освобождение. Она приняла водное крещение. И Бог крестил ее Духом Святым. И таким шаг за шагом происходит трансформация, скажем, жизни мусульман сегодня. Поэтому мы верим, достаточно увидеть одного обращенного мусульманина к Богу для того, чтобы поверить, что если Бог любит и спасает одного мусульманина, значит, для него нет невозможного, чтобы спасти семьи, даже города. И мы верим, и не только это наша вера, но тот огонь и видение, которое Бог вложил для миссионеров, служителей, которые служат на Ближнем Востоке мусульманам, они ясно и четко уверены, они получили от Бога видение, что придет время, когда стены ислама, они рухнут. И каким образом стоит вопрос, каким образом это произойдет? Я хочу сразу сказать, мы сами не знаем об этом. Но в истории есть немало свидетельств и событий, как это происходило, когда Бог менял за одну ночь политику, Бог менял страны. Даниил говорит, что Бог поставляет царей и низвергает. Он изменяет времена и лета, и мы в это верим. Хорошо, Павел, вопрос такой. Ты встречал таких служителей? Ты мне рассказывал, что вы встречали таких служителей, там, которые долгое время уже там трудятся, несут Слово Божие. Откуда такая уверенность у них, у вас, может, откровения какие-то вы получали, что именно будет массовое обращение? Как это было в бывшем Советском Союзе? Давай не будем говорить о массовом обращении, потому что мы всегда ассоциируем пробуждение или обращение людей, городов или наций к Богу, мы всегда ассоциируем с теми пробуждениями, которые мы читали, стадионы огромные, или которые мы сами переживали. Да. Вот мы смотрим евангелизации в Африке или в Индии, даже в бывшем Советском Союзе или в других местах, где собираются сотни тысяч людей, десятки тысяч. И мы думаем, вот это должно прийти на Ближний Восток, мусульманский мир. Но я хочу сказать, что Ближний Восток, мусульманские страны, они не так, как остальные все культуры и нации близки к нашему, скажем, христианству, библейскому христианству. Почему? Потому что на Ближнем Востоке мы читаем Ветхий Завет. Он зародился писалась история Израиля или других языческих народов на Ближнем Востоке. Писалась история, скажем, Нового Завета в современной Турции. Это были сотни тысяч церквей когда-то. Поэтому моя мысль в следующем, что когда христианство присутствовало на Ближнем Востоке исторически, или мы говорим о христианстве или о ранней церкви, мы всегда не должны забывать, что это было христианство малых домашних церквей.
И это есть библейская модель. Почему мы забываем, что в Деяниях мы читаем, что церковь собиралась в Иерусалиме, в храме, но она также по домам. Даже написано, они ежедневно собирались по домам. То есть было очень много домашних церквей. Христиане приходили и основывали, вернее, домашние церкви основывались, росли как грибы. И таким образом Царствие Божье распространялось. Поэтому, отвечая на твой вопрос, как сегодня будет массово ли будет обращаться? Тяжело поверить, что вот массовое придет обращение мусульман к Богу. Мы не должны об этом думать и переживать. Все, что наша ответственность, это идти и проповедовать им Христа, быть смелыми, не бояться, а идти и слушать посланничество от Бога, молиться: «Господь, что ты повелишь мне делать?» Не просто ехать на протоптанным тропам, но ехать по тем местам, окно 10-40 мы называем, малодоступные, достигнутые народы Евангелием. И прийти к человеку, который первый раз слышит о том, что Иисус Христос умер за него и воскрес. И я хочу сказать, когда мы это делаем, когда мы как христиане понимаем и начинаем это делать, на Ближнем Востоке будет приходить пробуждение, или мусульмане будут обращаться к Иисусу Христу через рост малых домашних церквей. И это мы называем обращение. Своя специфика. Друзья, вы смотрите программу «Impact Outreach». За нашими спинами вы видите эти кадры. Это все, что было сделано из последней поездки, как я понимаю, да? Это сирийские беженцы. И, Павел, вот как раз, Юль, к вам следующий вопрос относительно беженцев. Я, в отличие от вас, друзья, которые вы смотрите сейчас, в отличие от вас, я имел честь пообщаться на эту тему с нашими друзьями. Слышал массу всяких рассказов, свидетельств, то, что Господь делает там. И я знаю, что у вас есть масса свидетельств. И, пожалуйста, каким образом вы вот среди этих вот окружающих нас вот эти кадры все, как вы оказались среди этих людей там, пожалуйста? Говоря вот об этих беженцах, хотелось бы сказать, живя там, на этой земле, служа среди них, хотелось бы сказать, что мы, конечно, по-человечески видим одну картину, которая предстает перед нами. Это страшное событие, которое сейчас происходит на Ближнем Востоке. Это исламское государство, это убийство, насилие, терроризм и так далее. И массовое поток этих беженцев в разные страны, как и в европейские, так и в другие мусульманские страны. Но я вижу и я верю, что вот именно сейчас Господь совершает какие-то чудесные дела, именно вот выводя, может быть, даже этих людей, этих беженцев из той среды, в которой они находились, потому что, находясь там, была очень маленькая возможность нести им Евангелие, проповедовать им благую весть о спасении, об Иисусе Христе. Но сейчас, когда уже даже не мы идем к ним, а они приходят к нам поближе, и Господь дает нам такую возможность служить им, и это действительно огромные массы людей, которые нуждаются не только в гуманитарной помощи, но они нуждаются в спасении, в надежде и, конечно, в Господе. Для многих людей, которые смотрят сегодня, Александр, они задаются вопросом: а кто такие беженцы? Почему вы, как вы оказались среди беженцев? Потому что мы вещаем программы из Турции, и много мы уже провели программ и рассказали о возможностях для служения в Турции. Но направление сирийских беженцев, сирийское направление, Бог открыл его очень необыкновенным чудесным путем. Это, да. Если можно сказать, это не просто мы иногда задаемся вопросом: Господь, как, куда мне идти и что мне делать? Как Савел задал вопрос по дороге в Дамаск. Что повелишь мне делать, Господи? А что повелишь мне делать? Это наше открытое сердце, но мы же не строим сами планы. Мы верим, трудясь среди, достигая людей в мире. Бог для всех людей, я верю, по крайней мере, что для отдельных культур Бог дает особенную стратегию, как их достигать. То есть апостол Павел также говорил в своем послании, говорит: для иудеев я был как иудеев,
иудеев, для еленов, для чего? Чтобы приобрести их. Поэтому мы верим, что Господь дал нам вот именно одну из стратегий, видений, как достигать мусульман сегодня. Это случилось буквально 2 месяца назад. Это через гуманитарный кризис, который оказался на Ближнем Востоке. Это беженство около, кто говорит, 6 миллионов, кто говорит, 7 миллионов сирийских беженцев, угу, которые сбежали с Сирии и поселились в окрестных странах, такие как Иордания, такие как Ливан, Ирак, мы говорим даже Кипр. И, конечно же, Турция, где насчитывается от 1,5 до 2 миллионов беженцев. Угу. Поэтому мы говорим сейчас о большом миссионерском поле и о больших возможностях, как достигать мусульман непосредственно беженцев. Угу. Ну, я, извини, пожалуйста, Алекс, но я должен обязательно поделиться этой историей, как мы оказались среди беженцев. В одно утро на Кипре я проводил время с Богом на молитве. И я молился, было только восход солнца был. И я молился: Господь, поведи нас дальше, открой нам волю, покажи нам стратегию, дай нам эти ключи к мусульманским сердцам, как их достигать. Потому что это не просто мы говорим и приходим к ним, и на уровне ума пытаемся убедить их, что Иисус Христос есть Божий Сын. Нужна сила Духа Святого, нужна мудрость от Бога, нужно водительство Духа Святого. И после такой молитвы, это была особенная молитва, я возвращаюсь с этой горы, съезжаю вниз. И я проезжал в этих местах неоднократно. И я вижу, почему-то я не обращал внимания никогда, но на этот раз я увидел корабль, который был в долине прямо у этой горы. И этот корабль, он был больших размеров. Возможно, на него где-то помещалось около 300 или 400 человек, но он был полностью запаркован в пустыне. И после того, когда я увидел это зрелище, я остановился, я даже подъехал к нему, сделал фотографии, мое лицо, множество вопросов, что он здесь делает, этот корабль, ни души, никого спросить нету, никаких надписей, ничего нету. Это равносильно как корабль в пустыне, я его назвал. Я возвращаюсь домой, помнишь, я с тобой поделился об этом. И что получается, до этого... А у нас еще была предыстория, что это была пятница утром, а в четверг мы вечернюю молитву имели. Когда мы имеем вечернюю молитву с церковью на Кипре, мы всегда молимся по разным направлениям. За Иран, за Турцию, за Египет, за турецкую Турцию, то есть за Кипр турецкий. Mm-hmm. И мое направление молитвы было молиться именно о сирийских беженцах. Mm-hmm. Я начал молиться, и это была сильная молитва в духе. Это было с четверга на пятницу. И когда я молился, потом церковь, мы все подключились, молились. И что ты думаешь, Алекс, в пятницу мне Бог показывает эту картину с разбитым кораблем, то есть, вернее, припаркованным кораблем в пустыне. Uh-huh. Uh-huh. И мы слышим в пятницу после обеда по новостям всем, что в 60 километрах от Кипра, где мы жили, были спасены 350 сирийских беженцев на тонущем рыболовном судне. Угу. И их доставили, этих беженцев, прямо на берег, оказали первую помощь и поселили их в лагерь беженцев. Как называется этот город, где они поселились, если ты помнишь? При Никосии, там рядышком. Да? Да. И смотри, какая история, какой Бог имеет, какой цели и планы. И мы, сокращая эту историю, в воскресенье мы попадаем в этот лагерь беженцев. У нас была очень большая, по-человечески тоже невозможно было туда попасть. Мы попадаем туда, и нас проводят, делают security background check, проверяют, кто мы, откуда мы. Привозят нас туда, большая полиция открывает, там же все под закрытыми большими заборами. И приводят нас в этот лагерь. И мы служим в этом лагере сирийским, этим 350 беженцам из Сирии, которые были спасены. Мы им служим Евангелием Господа Иисуса Христа. Я помню, попросил тебя, возьми, закажи Евангелие на сирийском языке. Моя жена заказала Евангелие. Вот, кстати, мы привезли один экземпляр. Это на сирийском языке. И что ты думаешь? Мы провели много времени с командой для того, чтобы послужить этим. Можешь представить, люди, которые должны были утонуть 3 дня назад. И сегодня они слушают весть об Иисусе Христе. Заходили мы в палатки, некоторые из них принимали Иисуса Христа в свою жизнь. Мы молились прямо на улице, брали детей, играли с ними и говорили, что ваш Аллах не помог вам. И Мухаммед, его уже нет в живых, но наш Иисус Христос живой.
И только в Иисусе Христе есть надежда. Мы молились даже за физическое исцеление, потому что мусульмане очень чувствительны к проявлению Божьей силы. Поэтому, делая итог всему, друзья, я хочу сказать, что таким образом Бог открыл нам следующую, увидел, что мы верны в маленьком, и Бог дает видение для того, чтобы ехать теперь уже в Турцию. С местным пастором и с другими людьми, которые подсоединились с христианами из Кипра. И мы поехали теперь достигать мусульман, беженцев, сирийцев, которых около 1,5 миллиона в Турции. Вот делая такую длинную историю, короткую, вот я поделился, как мы оказались, как Бог открыл двери для того, чтобы служить беженцам-мусульманам. Я так рассказываю, что аж мне захотелось прям вставать и брать билет и ехать. Аллилуйя! Для этого мы приглашаем. Да. Одна из целей этих программ, почему мы вещаемся, для того, чтобы зажечь людей. Если сейчас кто-то смотрит нас, или это молодая девушка, молодой парень в 20 лет, или в 30 лет, есть семьи молодые. Одна из целей, почему мы ведем эти репортажи из Ближнего Востока, для того, чтобы предоставить вам альтернативу и сказать, что не просто исламский экстремизм наступает, но, как пастор Алекс любит напоминать, говорит, Иисус, говорит, наступает. И мы являемся свидетелями того, что вы не бойтесь, потому что Бог не дал нам дух страха, но Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. И мы, конечно, не говорим, чтобы вы шли в Сирию сегодня или на те территории, захваченные исламским экстремизмом. Друзья, мы говорим о том, чтобы вы шли или ехали в те страны, где чьи сердца людей открыты для слышания Евангелия Иисуса Христа. Павел, ты поделился о сирийских беженцах. И какие Господь пути открыл для того, чтобы достигать этих людей? Ну, когда мы оказались в этот район Кобани, мы были прямо на границе сирийско-турецкой границы. Это перед нами был город Кобани. Мы увидели и слышали эти огромные взрывы, бомбовые удары войск коалиции. И мы стояли на этом холме. И просто наши группы поднимали руки и молились. И понимали, что мы посланы туда как миротворцы. И одна из целей, мы теперь видим, оглядываемся назад, что почему Бог нас послал туда, к сирийским беженцам, именно с Кобани, потому что из города Кобани, Сирии, приграничном городе, который на сирийско-турецкой границе, бежало около 200 тысяч беженцев и поселились в соседнем городе Сурук. Это уже на турецкой стороне. Угу. И мы оказались в этих сирийских, то есть в этих лагерях беженцев. И мы общались с местным пастором, его зовут служитель, его вся семья, благословенная семья, его зовут Ибрагим, у него прекрасная жена, трое детей. Это только нужно побывать и увидеть эту картину, как они нас принимали дома, радушные, великодушные сердца, на полу нас угостили, обед сделали. И рассказывали нам, долго-долго рассказывали об этом кризисе. Я хочу сказать, Александр, для всех телезрителей, что это не просто гуманитарный кризис, это гуманитарная катастрофа. Посмотреть на каждого беженца, перед нами вот эти имиджи, они даже до конца не отражают всю эту боль, потери, страх на лице, безнадежность, то, что мы видели в лице этих беженцев. И мы задаем вопрос Ибрагиму и спрашиваем его, как мы, смотря на всю эту чудовищную нищету, как мы можем помочь как христиане? Мы не можем ответить на миллионы нужд, но чем мы можем помочь для этих христиан, вернее для этих беженцев? И я ожидал, что он скажет, пришлите нам гуманитарную помощь, пришлите нам первое, второе, третье. Но на самом деле, знаете, что он сказал? Он достает с кармана в MP3 формате плеер Нового Завета и говорит, помогите нам с Евангелиями в MP3 формате, в аудио формате, для того, чтобы мы могли начать служить этим беженцам, которые бежали с Кобани. Их насчитывается около 200 тысяч беженцев. И в районе Сурук насчитывается десятки тысяч этих лагерей. Каждый лагерь имеет 5-6 тысяч человек. Много беженцев вообще живут в подвалах, захватили какие-то общественные центры, на улицах многие. И они говорят, сейчас время этой катастрофы, это время для христиан. Это время для того, чтобы Бог мог касаться их в этой нищете, потому что Аллах их не услышал, Мухаммед мертв,
Но их сердца, они настолько разочарованы, разбиты и безнадежны, что это самая лучшая почва их сердец для того, чтобы говорить им, что в Иисусе Христе есть надежда, и в Иисусе Христе есть спасение. Мы были в этих лагерях, и мы в следующей программе мы покажем прямо видеорепортажи из этих лагерей и увидим эту чудовищную нищету этих беженцев. Но что я хочу сказать, Александр, у нас есть... Сейчас острейшая нужда. Как мы можем помочь? Друзья, кто-то сейчас смотрит, и вы задаетесь вопросом, как я могу поучаствовать в этой, в жизни этих 200 тысяч беженцев, которые сбежали с Кобани? Я вам хочу сказать следующее, что вот этот формат Евангелия в аудиоформате, это является, можно сказать, живым посланником. Это является как бы миссионер, который идет в лагеря беженцев и проповедует им Евангелие. Ты представляешь, Александр, какие большие возможности открыты сегодня для того, чтобы принести им Иисуса Христа в их жизнь, в жизнь этих беженцев? Через прослушивание Евангелия в аудиоформате. Они одевают наушники, и они слушают. Маленькие дети, старики, среди них очень много людей, и которые... И не только наушники. И не только, это даже они могут слышать так. Они могут даже подключить тут такой небольшой громкоговоритель, или как мы называем, и слышать Евангелие Иисуса Христа. И что мы знаем? Писание говорит, что вера приходит от слышания, от Слова Божьего. Что вы намерены? Каким образом продолжать работу на Ближнем Востоке? Самое первое. Мы молимся Господу. И мы рассказываем эти свидетельства в церквах, где Бог открывает нам двери, чтобы мы свидетельствовали. Самое первое. Молитесь о мусульманах и о беженцах, сирийских беженцах на Ближнем Востоке. Второе. Мы, конечно же, мы сейчас поднимаем этот проект, о котором мы говорим, Евангелие в MP3 формате, которые питаются, кстати, от солнечной батареи. И третье. Мы планируем на весну, мы планируем выезд целой группы, которая будет ходатайствовать на юго-востоке Турции, будет служить беженцам и также проводить евангелизацию из уст в уста. И, конечно же, четвертое, мы приглашаем тех отважных, смелых, скажем, молодых людей или пожилого возраста, которые хотят присоединиться и служить команде вместе с нами на Ближнем Востоке. Мы всегда говорим «добро пожаловать», молитесь об этом и, конечно же, контактируйте с нами. Мы будем рады с вами лично поговорить и пообщаться на разные темы относительно будущих планов для служения Impact Outreach среди мусульман. Здорово. Юля, он полна речей, полна. Да, я хотела просто поделиться одним случаем, который произошел совсем недавно здесь, в Америке. Приехав с Ближнего Востока, мы встречались, как Павел уже говорил, с разными людьми, которые хотят, и в церквах, которые хотят узнать о нашей работе там. И мы, конечно же, делимся с удовольствием. И вот меня очень впечатлил один случай, когда мы были в церкви, один мужчина просто подбежал к нам и говорит: «Ну, я видел, где вы были, я видел, что вы делали, но это не для меня. Это не для меня, потому что там нужна сила». И каково же было мое удивление, когда я поняла, что он имеет в виду физическую силу. Это был крепкий, здоровый мужчина. И, конечно, там нужна сила, но там нужна сила Божья, там нужна сила Духа Святого, там нужна сила ходатайственной молитвы, там нужны посвященные, постоянные, верные, преданные Богу люди в этом служении, а не сила физическая, о которой он говорил. Однозначно. Обращаясь к телезрителям, к тем, чье сердце сегодня касается Господь, я хочу сказать, что Ближний Восток, он не приемлет миссионеров-туристов, он не приемлет романтиков с большой дороги. Это должны быть люди, уже, как я сказала, посвященные, постоянные, верные, преданные, которые движутся в Духе Божьем, которые будут стоять, ходатайствовать и молиться, и служить этим людям, о которых мы сегодня говорим. И
Обращаясь к телезрителям, я хочу сказать, что если сейчас Господь касается ваших сердец, если сейчас Дух Святой говорит конкретно прямо в ваше сердце, слушайте, что Он говорит, или это призыв ехать в эти места и служить этим людям, или это призыв стать в проломе и ходатайствовать и молиться уже за тех, кто служит там, и за тех, кого Господь предназначил для спасения, или это призыв участвовать финансово, даже вот о тех плеерах, о которых мы уже упоминали заранее. Просто отвечайте, будьте чувствительны и следуйте за Божьим голосом, за голосом Духа Святого, и Господь обязательно благословит вас. Друзья, у нас была сегодня потрясающая программа. Я чувствую, как Божье присутствие здесь пребывает в студии. Александр, Юля, давайте сейчас помолимся просто. И на этой ноте мы попрощаемся с вами, потому что мы говорим сегодня о беженцах, мы говорим сегодня о гуманитарной катастрофе на Ближнем Востоке. Но мы благодарим вас, что вы участвуете в этом служении. За каждый звонок ваш, за каждую электронную почту, за каждый пожертвованный доллар. Бог нас видит, наши сердца, они идут прямо на распространение Евангелия Иисуса Христа для мусульман. И если в вашем сердце сейчас есть какие-то неразрешенные проблемы, мы верим, что Бог тот же самый спасающий Бог, тот же самый Бог, который движется сверхъестественным образом, исцеляет и делает чудеса среди мусульман, тот же самый Иисус Христос, Он может коснуться прямо сейчас вас, где вы находитесь. И мы молимся сейчас, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Я призываю Тебя, Дух Живого Бога, коснись каждого телезрителя, кто сегодня смотрит эту программу. Возможно, кто-то ослабел в вере, кто-то разбился сегодня через обстоятельства жизни. Кто-то нуждается сегодня в восстановлении сил во имя Господа Иисуса Христа. Мы благословляем каждого, кто смотрит нас из этой студии. И мы именем Господа Иисуса Христа говорим, прими свое чудо сейчас. Если у тебя болезнь в теле, провозгласи сейчас прямо там, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Если ты не примирен с Господом, если ты ушел от Бога, и ты далеко убежал от Него, мы говорим, возвращайся обратно. Приходи обратно к Богу через Иисуса Христа. В Нем есть спасение, в Нем есть прощение грехов и жизнь вечная. Мы любим вас, дорогие. Спасибо вам, что вы были сегодня с нами. Пишите нам на адрес электронной почты, которую вы видите на ваших телеэкранах, а также телефон служения также на ваших телеэкранах. Мы всегда рады общаться с вами и молиться за ваши нужды. И будьте благословены с Господом.